Всем золотого нет, друзья, с вами я, Азай, и сегодня мы будем играть в игрушку «Что гуглят больше или больше-меньше?». Ну ладно, давайте начнем. Мы нажимаем «Играть». Так, Егор Крид или Майнкрафт? Майнкрафт больше, я думаю. Майнкрафт 24 миллиона раз. 25 миллионов раз. Так, дальше. Майнкрафт или My Little Pony? Я думаю, что Майнкрафт. Да, я угадал, My Little Pony всего 500 тысяч. Так. My Little Pony или фильмы? Фильмы больше, думаю. Да, фильмы больше, я угадал 2 миллиона. Я округляю еще. Москва или фильмы? Москва меньше. 400 тысяч, да, правильно. Свинка Пеппа или Москва? Свинка Пеппа меньше. Сколько? Свинка Пеппа 2 миллиона. Ужас, тебе только подключили интернет. Мне не только подключили. Так, алкоголизм или Макс плюс 100-500? Макс плюс 100-500. Больше, да. Я угадал. 135 тысяч. Окей. Путин или Макс плюс 100-500? Путин меньше. Давайте меньше. Нет, не угадал. Один. Быстро нажимаю еще раз и попробую, что... Что вообще офигел? Так, iPhone 5 миллионов раз или мема? Конечно же, iPhone. Дальше у нас идет... Так. Мема или водка? Мема. Правильно, водка 50 тысяч раз. Дальше. Versus Battle или водка? Versus. Нет. Как? Водку больше? Так, ладно. Так, рабство или Маша и Медведь? Маша и Медведь больше, я его тоже смотрю, Маша и Медведь. И мне, и моей сестре, и бабушке тоже нравится. Так, Обама, конечно же, проигрывает Маше и Медведю. Так, дальше. Обама или Украина? Блин, Украина больше, я нашел меньше, ну ладно. Окей, Россия или Париж? Россия. Так, Париж. Ну, почти 300 тысяч, ладно. Оксимирон или Париж? Оксимирон. Чёрт. Ладно, пробуем еще раз. Одежда или фиксики? Фиксики. Фиксики 1,5 миллиона раз, а одежда всего 300 тысяч. Гангнам Стайл или это? Гангнам Стайл. О, одинаково. 1,5 и 1,5 миллиона. Тимати или Гангнам Стайл? Гангнам Стайл. Да, выиграл Тимати 250 тысяч. Так, Клуб Винкс или Тимати? Ну, я думаю, что Тимати. Чё? Клуб Винкс больше, чё? Чё за фигня? Окей, Вера Брежнева или Google? Google. По любасу Google. 5 миллионов Google. Правильно я сказал. Google или Samsung? Google. Samsung 11 миллионов, вы издеваетесь. Окей. Дональд Трамп или Нью-Йорк? Дональд Трамп. Да, угадал. Так, дальше у нас идет карате или Нью-Йорк? Карате. Нет! Ну чё я просираю? Ну? Ладно, попробуем еще несколько раз. Оскар или аутизм? Оскар. Да какого черта? Ладно, еще раз. Кока-кола или ислам? Кока-кола? Да, угадал. Ислам только 75 тысяч за прошлый месяц. Оу, ислам или порно? Порно. 45,5 миллиона. Чё за лайфхак или порно? Конечно же порно. Блин, чё за фигню тут придумал? Так, ладно, лайфхак или Звездные войны? Звездные войны, конечно же, 3 миллиона, 3,5 миллиона. Call of Duty или потом Call of Duty? Нет, не укатал, ну чёрт, надо было Звёздные войны. Ладно. Коля Хейтер или Виктор Янукович? Коля Хейтер. Дальше у нас. Давайте. Йога. Йога больше. Это я знаю, что Йога больше, если он 0 за просто месяц, Янукович. Ладно. CSGO или Йог? Конечно же CSGO. Кто же CSGO не играет? 2 миллиона в месяц за просто месяц. YouTube или CSGO? Конечно же YouTube. 101 миллион в месяц.
запрос. Блин, что так много? Ивангай или Ютуб? Ивангай. Ивангай 550 тысяч. О, черт, ладно. Попробуем хотя бы дойти, не знаю. PewDiePie или ВКонтакте? ВКонтакте больше, я знаю. 37 миллионов раз. А PewDiePie только 2 миллиона раз запрос в месяц. Бокс или ВКонтакте? Конечно же, ВКонтакте больше всегда. Бокс 301 тысячу. Так, бокс или Эбола? Думаю, бокс. Да, бокс угадал. Эбола только 2000 запросов в месяц. Шерлок или Эбола? Конечно же, Шерлок. 1,5 миллиона запросов в месяц. Окей. FIFA или Шерлок? Конечно же, FIFA 2016. Да, угадал, 2,5 миллиона запросов в месяц. Конечно же, FIFA тут вверх даже не сравнится с FIFA 2016. Так, дальше у нас что идет? Что идет дальше? Что он завис? Он завис. Ладно, переигровка. Все, мы продолжаем, нажимаем заново играть, он завис. CSGO или FIFA? Конечно же, FIFA 2016. 2 500 000, мы это уже проходили, я это уже знаю. Так, конечно же, FIFA, не Шерлок. Так, дальше. Шерлок или Call of Duty? Call of Duty 2 700 000 запросов в месяц. Call of Duty или Обама? Конечно же, Call of Duty. Обама 30 тысяч в месяц только запросов. Ой, Google. Виктория или Обама или Янукович? Обама, конечно же. Янукович на запросов в месяц. Так, дальше, Янукович или PewDiePie? Конечно же, PewDiePie 2 миллиона запросов в месяц. Это я проходил, это я знаю уже. Так, Вера Брежнева или PewDiePie? PewDiePie. Вера Брежнева всего 30 тысяч. Так, счет 7. Google или Вера Брежнева? Google. 5 миллионов. Дальше у нас счет 8. Бью рекорд. Coca-Cola или Google? Конечно же, Google. Правильно, Coca-Cola 120 тысяч только. Тимати или Coca-Cola? Конечно же, Тимати, там миллион с фигом. А, нет, 246 тысяч. Но я угадал все равно. Россия или Тимати? Конечно же, Тимати. Чё? Россия больше? Ну чё? Что? Бабуля набрала больше? Ты издеваешься вообще? Не, ну он надо мной прикалывается. Я еще раз беру вызов и сейчас его просто... Не знаю, что с ним делать. Оксимирон или бокс? Бокс! Правильно, 301 тысячу. Так, дальше, бокс или Эбола? Конечно же, бокс. Дальше, Эбола или это? Или Москва? Конечно же, Москва больше. Дальше, Москва или iPhone? Конечно же, iPhone 5 миллионов просмотров в месяц запросов. Окей. iPhone или Нью-Йорк? Ну, iPhone всегда выигрывает. Так, ладно, Нью-Йорк или... Ну, порнохаб, ну, как всегда. Я не знаю, почему больше, но я думаю, что его больше, не знаю. Ютуб или порнохаб? Конечно же, Ютуб. 109 миллионов запросов в месяц. Так, 7. ВКонтакте или Ютуб? Конечно же, Ютуб. ВКонтакте 37 тысяч. ВКонтакте недостоин Ютуба. Ладно, Samsung или ВКонтакте? Конечно же, ВКонтакте. Ну, правильно сделал. Так, Samsung или Ислам? Конечно же, Samsung. Какой Ислам тут нафиг, если у нас есть Samsung? Так, счет 10. Ислам или My Little Pony? My Little Pony. Правильно, 500 000 запросов в месяц. Рабство или My Little Pony? Конечно же, My Little Pony. Рабство в нашем веке уже не существует. Маша и Медведь или рабство? Конечно же, Маша и Медведь. Ну, господи. Чё за вопросы дебильные? Может, что-то посложнее? Фу, конечно же, Маша и Медведь, а не водка. Водка 50 тысяч запросов в месяц только. Так, Оскар или водка? Конечно же, Оскар 90 тысяч. Ну, я это знаю уже. Я говорю, я руку на выстрел. Оскар или Ивангай? Ивангай больше. 550 тысяч в месяц. Ивангай только 550 тысяч в месяц. Гугли. Алкоголизм или Ивангай? Конечно же, Ивангай. Правильно, 22 тысячи только алкоголизм ищут. Так, лайфхак или алкоголизм? Сложный вопрос. Лайфхак. Да, лайфхак, я угадал, я знаю, что лайфхак. Путин или лайфхак? Путин больше. 450 тысяч, я угадал.
Бью рекорды. Свинка Пеппа или Пунтер? Свинка Пеппа. 2 миллиона. Дальше, свинка Пеппа или Макс плюс 100-500. Блин, я не знаю. Меньше. Да, меньше, я угадал, свинка Пеппа больше. Мэма или Макс? Конечно же, Макс плюс 100-500. Так, дальше у нас что? Так, у меня запись не остановилась.